Вчера Любовь Успенская обратилась к общественности с тревожной новостью. Пропала ее дочь. 34-летняя Татьяна Плаксина перестала выходить на связь. О судьбе Татьяны не было известно двое суток. К счастью, сегодня дочь артистки наконец-то удалось найти. Об этом рассказала директор Любови Успенской. Ранее сообщалось, что Татьяна Плаксина находится за границей. Исполнительница хита «К единственному нежному» подозревала, что ее дочь могла стать жертвой похищения. «Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать. Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике. Я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы. Помогите тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней. Пожалуйста, любая информация поможет нам», — говорила певица. Как выяснилось, Татьяна действительно находится за пределами России. Дочь звезды покинула страну, не предупредив о поездке. В каком состоянии Плаксина и почему решила уехать, пока неизвестно. Уточняется, что певица все же обратилась к иностранным правоохранителям с просьбой помочь вернуть ей дочь домой. Напомним, что Плаксина родилась в браке артистки с бизнесменом Александром Плаксиным, когда те жили в Штатах. Девушка окончила школу в Москве, а затем улетела обратно в Америку, где получила специальность «Сравнительная литература и история искусств» и пыталась построить карьеру, пока не переехала к матери в Россию.